Люди пытаются быть благородными, пытаются спасти животных, китов, запретить продажу меха, но совершенно не обращают внимания на нас, молодое поколение, на тех, кто вырастет без чувства сострадания. Вы понимаете, о чем я? Допустим, вы идете по улице и вдруг видите груду камней, на которых растет роза. И даже если на ее лепестках грязь, и она уже не так красива, вы подумаете, что это чудо. Ведь такого не может быть. Так вот, когда я вижу ребенка из гетто, выросшего в таких жутких условиях, и он может сказать такое, что заставит вас улыбнуться, плакать или смеяться, я представляю себе эту грязную розу. Я думаю о том, что заставило меня из всего этого выбраться. Я все это прошел. Когда я стану свободным, меня разбудите. Не могу я жить в этой темной обители, где говорят, что искусство мое пустое, что меня после смерти никто не вспомнит, но третьим глазом я вижу людскую расу, что живет в стране другой, прекрасной. Великолепные деревья растут в этом месте, красивые люди, им хорошо вместе. Они живут в равенстве, легко и свободно. Там царствует мир, там забыли про войны. Но я просыпаюсь с ощущением бреда, как будто в тюрьме, без свободы и света. Когда я стану свободным, меня разбудите. Не могу я жить в этой темной обители. Я лучше ослепну, чем буду по жизни идти, зная, что я здесь не смогу высказать мысли. Я живу в глубине одиночества, размышляя об истинных целях. Я хочу обрести покой разума, сохранив свою душу нетленной. Постоянно хочу уважения от людей получать и признания. Не хочу компромиссов, но люблю рисковать, лишь об этом мои сожаления. Молодая душа и дряхлое сердце, как они могут вместе ужиться? Как мне жить в глубине одиночества? Как с друг другом им договориться? Эти двое живущих внутри меня открывают мне перспективы учиться и жить вдвое быстрее, чем те, кто живут примитивно. Why the rose that grew from the concrete had damaged petals. On the contrary, we would all celebrate its tenacity. We would all love its will to reach the sun. Well, we are the roses. This is the concrete. These are my damaged petals. Don't ask me why. Ask me how.